Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Те из вас, кто в начале года смотрел большое интервью генерального конструктора закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолия Юницкого, уже знают из первоисточника, что чем ближе 15-й этап развития нашего проекта, тем меньшее значение придается в нем текущим новостям, ибо в приоритете другие события. Поэтому мы отходим от еженедельного выпуска по пятницам, впредь придерживаясь более свободного графика. Из первого выпуска в этом новом 2020 году вы узнаете о работе сотрудников компании-разработчика технологии струнного транспорта Юницкого по расширению международного сотрудничества, о ходе работ по строительству инновационного центра SkyWay в Эмирате Шарджа. Кроме того, мы в очередной раз совершим краткий экскурс в историю SkyWay. А теперь обо всем этом подробнее. На днях закрытое акционерное общество струнной технологии вновь посетила группа специалистов австрийской компании Voestalpine. Напомню, что предыдущий их визит состоялся осенью прошлого года, во время которого коллеги из Австрии ознакомились с представленными в экотехнопарке типами путевых структур, что им позволило более точно понять высокие требования закрытого акционерного общества струнной технологии к поставляемому металлопрокату. После чего стороны определились с потенциальными направлениями совместного сотрудничества и взаимными условиями. В настоящий момент уже возникли возможности для развития партнерства, и две компании от приобретения металлопроката перешли к обсуждению более тесной интеграции. На повестке стоит вопрос создания практически готовых элементов путевой структуры SkyWay. Очевидно, что устранение лишнего звена в цепи производства делает конечный продукт более качественным и экономически выгодным, сокращая при этом сроки изготовления, что в набравшем отличный ход проекте является ключевым элементом. Voestalpine является одним из лидеров мирового производства канатов для напряженных конструкций, высокопрочной проволоки и стали для штамповки кузовов легковых автомобилей. Среди партнеров компании такие мировые гиганты, как BMW Group, Daimler AG, а ее заводы расположены в Австрии, Китае и США, а трудится в подразделениях более 50 тысяч человек. Многие изделия компании не имеют аналогов в мире, соответствуют самым строгим мировым стандартам, а по некоторым показателям даже превосходят их. А теперь перейдем к сводке событий в инновационном центре SkyWay в Эмирате Шарджа. На пассажирских станциях второго уровня, совмещенных с анкерными опорами, ремонтной мастерской и станции техосмотра, ведется внутренняя отделка, выполняются работы по устройству полов, монтируются внутренние коммуникации. Ведутся работы по устройству промежуточных опор второй линии протяженностью более 2 километров. В настоящий момент производится завоз металлоконструкции для монтажа 48 опор. Заканчивается металлизация путевой структуры. Производятся работы по планировке дорог и площадок на территории первой линии. Производится отделка контрольного пропускного пункта, уже установлены окна. В экодоме продолжается внутренняя отделка стен и потолков, по которым также прокладываются коммуникации. И завершит наш сегодняшний выпуск рубрика, ставшая для многих из вас любимой. Это день в истории SkyWay. Несмотря на многие значимые события начала февраля многих лет развития проекта, сегодня хочется вспомнить момент из новейшей истории. Год назад два наших экспоната, а именно Unicar и Unibike, произвели сенсацию на Всемирном правительственном саммите в Дубае, на котором собрались представители 140 стран, территорий и международных организаций, обсуждавшие инновации науки, технологии и глобального управления. Вообще, на Всемирном правительственном саммите традиционно показывают перспективные разработки, которые должны определить облик будущего. В прошлом году в число таких разработок попал и струнный транспорт Юницкого. С целью оценки подвижного состава SkyWay нашу экспозицию посетили высшие руководители Объединенных Арабских Эмиратов. Обо всем вышесказанном написали ведущие региональные средства массовой информации Gulf News, College Times, Esquire Middle East и другие. Таков уже традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии струнного транспорта Юницкого. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект. Время еще не истекло. Строй SkyWay. Спасай планету. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении
прорывных транспортных технологий Skyway. Из второго выпуска в этом году вы узнаете о ходе строительства инновационного центра Skyway в Эмирате Шарджа. Кроме того, мы в очередной раз совершим экскурс в историю Skyway. А теперь обо всем этом подробнее. Сегодня мы расскажем чуть подробнее, чем обычно, о первой линии, сооружаемой в инновационном центре Skyway, расположенном в инновационном научно-исследовательском технологическом парке Эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Когда мы говорим о банкерной опоре, следует понимать, что речь не идет о достаточно незамысловатом сооружении, состоящем из четырех труб с площадкой. Как в экотехнопарке в Беларуси, где подобное сооружение есть не что иное, как транспортно-логистический узел Skyway, совмещенный с анкерной опорой, в котором находятся два вокзала, музеи и различные технологические помещения, так и в Шардже, в подобных объектах, анкерных опор всего на 10%. А на 90% это многоэтажное здание со станцией, диспетчерской, ремонтной мастерской и так далее. Суммарная площадь помещений в двух зданиях с отделкой мрамором и соответствующими коммуникациями более 500 квадратных метров. Представляете, каков масштаб задач, стоящих перед коллективом, возглавляемым генеральным конструктором Анатолием Юницким, и успешно решаемых им? Даже обычную виллу в 500 квадратных метров не то что за рубежом, а даже на родине не так-то просто и скоро можно построить. То же самое относится и к огромной площадке с дорогами, коммуникациями и сотнями тысяч кубометров перемещения песка с послойным уплотнением, с проливом пресной водой, которая на вес золота в этой стране, и так далее. А теперь давайте послушаем Андрея Баркуна, начальника отдела технического надзора закрытого акционерного общества «Струнные технологии», поведавшего о деталях строительства первой линии нашей съемочной группе, которая недавно побывала в инновационном центре Skyway в Эмирате Шарджа. Объект очень важный для нашей организации и для будущих технологий транспорта. На данный момент мы оканчиваем работы по SWIC-1, это первой путевой структуре 400 метров. И... Она какого типа, вот сразу скажите для тех, кто не совсем в теме? Провисающая, гибкая? Провисающая структура путевая. Проходили работы в две смены. Значит, за моей спиной промежуточная опора, чуть дальше это вторая анкерная опора. И дальше... еще одна промежуточная и еще одна анкерная опора. Между ними 400 метров путевой структуры. Работы велись в две смены. Натягивались тросы и днем, и ночью, потому что температурный режим в Арабских Эмиратах, как вы знаете, очень большой. От 30 до 50 градусов тепла. Проводили мы эти работы летом под присмотром и под контролем наших специалистов из Беларуси. Шеф-монтаж производили наши монтажники и субподрядная организация Арабских Эмират. Спасибо большое. А расскажите, почему путевая структура вроде похожа на ту, что есть в экотехнопарке, но промежуточные опоры по форме очень сильно отличаются. Чем это обусловлено? Это дизайнерский шаг. Вообще, Восток – дело тонкое. Петруха. Да. И все структуры, все конструкции очень приближены к вязям арабским. И наши дизайнеры разработали специально такую конструкцию. Очень много поработали над ее креплением. Ну, а мы воплотили это и ночью, когда будет смонтировано уже освещение на этих опорах, будет очень красиво в форме арфы выполнена и подсветка, и будет смотреться очень эффектно. То есть списали в местный колорит? Да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а что особенного у анкерных опор? Допустим, в экотехнопарке Skyway в Белоруссии первая анкерная опора, такой многофункциональный логистический узел, совмещенный там и с музеем, и с двумя вокзалами. Что здесь особенного, если оно, конечно, есть? Сами вокзалы выполнены немного по отдельному, по проекту, отличающемуся от наших белорусских. Вот. Но все выполнено настолько стандартно, чтобы в дальнейшем при расширении и каких-то адресных проектах можно было использовать эти конструкции
воплощать их в других проектах с максимальной скоростью и качеством. Спасибо большое. Ну вот мы с Андреем. Дорогие друзья, напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Всех поздравляю в первую очередь с началом весны. Эта оттепель, я думаю, коснется и нас, потому что у нас такая зима была неопределенная, и я бы не сказал, что сложная, но все ждали, когда наступит ясность. И ясность наконец-то наступает. Меня зовут Сходоев Алексей, я член правления SWC. Это платформа нового поколения, которая объединяет в себе и инвестиции в прорывные технологии транспорта и инфраструктуры будущего, и другие направления, которые будут способствовать дальнейшему развитию и привлечению инвестиций именно в это направление. То есть каких-то другие направления мы не рассматриваем в качестве основных, и наша идеология, наша логика построена в первую очередь на реализацию того, что задумал генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» уже более 40 лет назад, и это с бумаг, с каких-то идей приходит в реальное воплощение, в реальное строительство. Почему я остановился? То, что зимой было, так скажем, тихо, и все ждали оттепель именно в информационном поле, потому что даже головная компания буквально несколько недель, уже фактически месяц прошел, как ввела новые правила в информационном поле, в социальных сетях, что нельзя комментировать в социальных сетях. Почему? Потому что сейчас проводится активная работа по модернизации репутации, по улучшению, очищению репутации. Для чего? Так как компания выходит уже на совершенно новые масштабы и грани. И у нас также произошел ребрендинг, то есть вы видите, что сейчас SWC, это аббревиатура обозначает SkyWorld Community, то есть мировое сообщество Sky, и я думаю, что всем понятно, почему Sky. И мы движемся в логике сообщества, несмотря на все изменения, о которых я сегодня расскажу и поведаю, во взаимоотношениях с другими партнерскими фондами, все равно сотрудничаем и будем сотрудничать, потому что никаких изменений в векторах главного направления привлечения инвестиций у нас нет и не предвидится далее. И вы увидели, наверное, самое главное, что нужно всем наблюдать и всем нужно проанализировать, четко понимать, что сейчас вообще, какой период мы переживаем с вами. То, когда уже все фактически реализовано, это большой демонстрационный центр, большой тестовый центр на Мариной Горке в Республике Беларусь. И сейчас уже заканчивается строительство первой фазы инновационного центра, той технологии, которую мы все с вами инвестируем. То есть я также не произношу название компании в логике ребрендинга, потому что вот сейчас вот в ближайшее время мы будем максимально четко уже определять регламенты, что можно произносить, что нельзя. Так как я один из основных спикеров, кто вещает в SWC, то я не могу допустить того, что могли бы сдублировать другие люди. Поэтому пока что не буду полностью произносить название компании, называть фамилию, именем, отчеством генерального конструктора. Но это тоже мы максимально утрясем. И это на самом деле мимоходом просто проносится. Работа-то не останавливается. И на экотехнопарк уже помимо делегаций, серьезных делегаций с различных стран, сейчас уже приходят и прибывают деятели искусства за поиском вдохновения, каким же будет будущее
каким действительно его можно сейчас представить, если это может родиться только в мыслях. Но не только в мыслях, это уже существует в реальности. Об этом поведал художник итальянский, который присутствовал на экофесте, по всей видимости, и организаторы, которые привозили германского режиссера, вышли на контакт, на взаимодействие с головной компанией. Конечно же, им никто не отказал. И где не увидеть будущее, как непосредственно на экотехнопарке. И там действительно, я думаю, что все члены делегации были просто погружены и испытали это будущее в действии, прокатившись на нем в буквальном смысле. Но кто же будет реализовывать это будущее и будет ли это будущее экологичным? На самом деле я чуть-чуть забегу вперед, потому что мой вебинар построен на двух гранях того, что происходит внутри того направления, которым мы занимаемся. Я даю свой взгляд, свою призму. Я думаю, что это все постоянно замечают. И того, что происходит в мире. Как это может повлиять на наше направление. И как это вообще влияет на жизнь. Почему направление, которое мы инвестируем, это такая очень серьезная, плывучая, тихая гавань. И вы убедитесь, что сейчас экономику очень сильно штормит. И является ли спасением то направление, куда мы инвестируем. Но об экологии говорит на самом деле экодом, то есть это один из первых деревянных домов в Арабских Эмиратах. И да, строится, либо уже построен отель деревянный, но именно в логике гостевого дома, именно в логике дома такого размера и из таких материалов это реализуется впервые в Арабских Эмиратах. И это реализуется не просто так, по концепции, то, что это у нас уже присутствует на экотехнопарке, в первую очередь в логике демонстрации экологичного устроя жизнедеятельности человека. И замечательное интервью, я уже в конце вебинара одно за другим интервью включу, запись не буду останавливать, и все, кто смотрит сейчас этот вебинар в записи, так как огромное количество людей смотрит именно в записи, смогут оценить этот экодом в действии. И огромная благодарность на самом деле головной компании, всему новостному отделу, непосредственно Михаилу Кириченко за то, что проделывает огромный труд и выдает профессиональные материалы как в виде видео, так и в виде статей для оповещения, а что же происходит на горизонте развития головной компании, как с точки зрения строительства, так и с точки зрения вообще взаимодействия и генерального конструктора, и головной компании с различными компаниями. Кстати, я могу сказать, такой вот небольшой спойлер, я не буду дожидаться следующего вебинара, но кто не видел новости, то, пожалуйста, зайдите на новый, обновленный, современный сайт генерального конструктора. Он действительно классный, я с точки зрения дизайна его оценил, он действительно современный. И очень современная новость вышла, я на ней остановлюсь буквально вскользь, чтобы она вышла. Посмотрите, приглашайте друзей, приглашайте тех, кто сомневается, возможно, в нашем направлении. Потому что генеральный конструктор стал гражданином Асгардии. Напишите здесь в чате, кто в курсе, что такое Асгардия, что за организация. И помимо этого, в недавнем времени вышла книга очень серьезная, как 100 выдающихся лидеров России. Это те люди, которые формируют и образ будущего, и образ настоящего в современном мире именно в Российской Федерации. И эта книга презентовалась в Госдуме. В этой книге принимали участие самые различные организации, то есть тоже различные подразделения Объединенных ООН,
Госсовет России и многие-многие другие организации, которые имеют отношение вообще к деятельности Российской Федерации, были представлены такие люди, как, естественно, Владимир Владимирович Путин. И генеральный конструктор также присутствует среди этого списка и показывает свой образ жизни, мысли в этой книге. Я думаю, что это тоже такое замечательное подспорье, потому что, конечно же, были наверняка какие-то взносы и финансовая помощь в реализации этого проекта, но кого попало, туда не возьмут. Поставьте минус, кто так не думает. И я думаю, что это заставляет гордиться действительно тем направлением, которое мы развиваем, и кто же еще будет реализовывать это будущее, которое сегодня, вот так тролли будем определять, тот, кто действительно отвечает негативно на то, что большинство ответит позитивно, тот предположительно, ну не буду утверждать, тролль. Но троллям мы рады, потому что тролли тоже меняют свою точку зрения и не собьют меня с курса мысли ни за что, потому что нам тролли только добавляют какого-то драйва в виртуальные встречи, и за тем, за кем не следят, тот не интересен. Да, кстати, Вячеслав, я наделил тебя правами, как обычно, с возвращением на наши вебинары. И если что, тогда чисти, пожалуйста, чат. Кто же еще, помимо деятелей на белорусской земле, будет реализовывать то будущее, которое мы с вами финансируем сегодня? Произошла очень такая символичная, я бы сказал, встреча. Приехали именно студенты американского университета при Шарже. И это такое судьбоносное событие, потому что я думаю, что они представили, что потенциально те технологии, которые им представили, в будущем их уже последователи будут изучать просто в университете. И я хотел бы привести цитаты генерального конструктора. И в первую очередь сейчас на территории арабских стран, это не просто генеральный конструктор, но и международный бизнесмен, управляющий серьезными корпоративными делами. И одна из цитат: когда у нас будет свой подрядчик, когда здесь уже будут обучены кадры, когда скоро уже пойдут проекты, подчеркиваю, скоро уже, то есть генеральный конструктор не произносит просто так слов. И не исключено, это мое предположение, что проекты пойдут параллельно еще до закрытия 15 этапа, и авансовые платежи, возможно, потенциально будут также помогать в закрытии 15 этапов. Но только будущее покажет, как будет, и могут сразу 15 этапов до проектов завершиться. Могут проекты начаться параллельно, потому что это необходимо для формирования новой современной логистики арабских стран. Там будем строить достаточно быстро. Как будут строить достаточно быстро? Конечно же, когда будет свой подрядчик, конечно же, когда будет своя строительная организация. Сейчас мы проходим с головной компанией, мы посредством финансирования этого процесса и инвестирования, приобретения долей в обмен на наш финансовый интерес, то, что называется медленной работой в какой-то мере, потому что с текущими подрядчиками необходимо работать и необходимо наладить соответствующие коммуникации непосредственно бизнесмену, а не только генеральному конструктору, для того, чтобы создавать уже свои организации. На территории Арабских Эмиратов сейчас работают две организации технологической направленности. Вы знаете Skyway Green Tech, такую организацию. И также будут созданы строительные организации, так как компания направлена на быстрое масштабирование. Вторая цитата, которую я отметил, это: мы строим тестовые участки, мы будем показывать, как работает система, будем ее сертифицировать, мы будем ее демонстрировать, мы будем ее совершенствовать
внимание, в логике 100 лет или 200 лет, пока этот бизнес существует. Но по новости об Асгарде стоит понимать, что параллельно развивается процесс также по подготовке запуска. Никто не знает, когда это произойдет, но все чувствуют, что время подходит по запуске и финансирования, я думаю, и в первую очередь подготовки предпроектных каких-то предложений по общепланетному транспортному средству. И это уже отмечено объединением и организацией Асгардия. Еще раз я повторюсь, что для меня это мощное достаточно событие, потому что я наблюдал за развитием Асгардии. И очень серьезно то, что подобными союзниками на ранней стадии развития ОТС заручается генеральный конструктор. Это просто супер. Есть понимание, что бизнес струнного транспорта будет существовать не всегда. 100-200 лет – это хороший период, я думаю, для инвестирования сегодня, здесь и сейчас. И там же будем обучать кадры, и будет факультет или институт отдельный. Для того, чтобы возить студентов, это уже третья цитата, которую я выделил, мы тоже рассматриваем этот вариант построить отдельную дорогу, и фактически этот инновационный корпус может просто стать как отдельный корпус. Представьте, что студенты учатся в университете, даже непосредственно отдаленно от либо других учебных учреждений, отдаленно от инновационного центра в Шарже. И прокладывается отдельная дорога, отдельная струнная путевая структура для перевозки студентов буквально с пары на пару. Я вспоминаю только свои студенческие годы, когда я учился в Челябинском агроинженерном университете, и мы переходили с пары на пару между корпусами, а для того, чтобы совершить практику, то есть там было сельскохозяйственное оборудование, приходилось на другой конец города ехать. Я думаю, что это не исключение также и для иностранных государств, и приходится ездить в другое место. Представьте, какой будет комфорт у студентов и, самое главное, понимание того, что они сейчас изучают, то, что на острие технологии находится сегодня. То, что эта профессия будет востребована, с каким рвением они будут учиться. Чего не скажешь обо мне, я без особого оптимизма ездил на другой конец города и наблюдал, смотрел за устройством уже устаревших тракторов и различных приборов, устройств. Я понимал, что это уже устарело, это уже никому не нужно. Никто не будет показывать Джон Диры, и никто не будет показывать современную технику, что касается основной части университетов. Я не исключаю то, что огромная часть образовательного процесса перейдет вообще в онлайн-область, в онлайн-логику, что и закладываем мы в платформе SWC, как одно из направлений, которое будет поспособствовать росту компетенции и квалификации наших агентов по привлечению инвестиций. И это сказка, которая станет былью. Генеральный конструктор об этом абсолютно уверенно говорит, и он говорит то, что видит. А то, что он видит, показывает практика, что уже реализовано и реализовывается, потому что буквально год назад, если смотреть, было видео, когда создатель технологии, которую мы с вами финансируем, шел просто по песку и показывал, что где будет построено. Сейчас это уже построено, и сейчас это уже испытано и готовится к приему первой делегации, которая будет утверждать и согласовывать полноценный запуск первой трассы и окончание первой фазы строительства в инновационном центре. Я могу сказать, что это не каждый стартап может себе позволить такую прозрачность новостей, несмотря на тишину. И сразу скажу, что прослеживаются такие новости, предвосхищу вопросы, которые могут быть.
что некая английская компания утверждает, что не утверждает, а с ней было заключено соглашение также Министерством транспорта Дубая, управление дорог и инфраструктуры Дубая. И это стратегия, которая также прослеживалась и по SkyTrain. Но давайте посмотрим, а что эти компании на деле реализовали. И даже то, что были использованы материалы касаемо той технологии, которую мы финансируем, были заданы очень осторожно, очень мягко вопросы, так как все-таки это было в авторитетных изданиях, все размещено. Почему были использованы визуализации транспорта, которые не относятся к тем компаниям. И я думаю, что только головная компания сможет ответить на этот вопрос и официально разъяснить. Я от себя скажу, что компании, как BIMCAR, не имеют отношения к той компании, которую мы с вами финансируем. То есть это две разных абсолютно составляющие. И, пожалуйста, не несите дезинформацию. Кто-то предполагает, что вообще уже чуть ли не юридические лица покупаются. Нет, таких процессов не происходит абсолютно. И давайте продолжать нести только адекватную и корректную информацию. Также переходя к тому, что происходит за пределами того направления, которое мы с вами финансируем, вы видите уже название слайда. Я хочу буквально в нескольких фразах обозначить то, что на данный момент головная компания прекращает продажу, реализацию долей для потребительского общества, которая называется сейчас как бренд NEMI, бывший SWIG. Это абсолютно открытая информация, и я не буду на этом останавливаться. То есть очень много можно сказать, и если понадобится, то мы будем чуть глубже копать. Все можно посмотреть в этой новости. Я не хотел бы на этом останавливаться. И самый главный вопрос, который мне лично задают – а может ли сейчас NEMI реализовывать доли? Да, у них был зафиксирован некий пул долей на определенных условиях, с определенным дисконтом, но как доли для фонда. И реализовывать вот эту часть долей, которая была зарезервирована для частных лиц, они не могут. То, что руководство NEMI говорит, что будут созданы какие-то компании и так далее. Можете верить, конечно, чему угодно, но в первую очередь верьте той информации, которая сброшена по ссылке, которую я вам предоставил. Там подробно все описано. Вы можете зайти в новости rsvsystems.com и все увидеть, все прочитать абсолютно дипломатично, абсолютно мягко. Всем позволяют доплатить свои рассрочки. Никто никого не торопит, что все через неделю рассрочки заканчиваются. Головная компания абсолютно лояльно подходит к этому вопросу. Если будут какие-то правовые вопросы, то также они будут урегулироваться, потому что все должно быть переведено, и никто не должен быть обижен. Обязательства того фонда должны быть соблюдены перед партнерами, которые, как и все мы с вами, инвестировали в первую очередь в технологию, которая является вообще ядром в развитии, привлечении инвестиций всех партнерских фондов, потому что с этого все начиналось. А потом уже обрелось сообщество и начались уже поползновения в сторону. На этом я больше не буду останавливаться. Поставьте от 1 до 10, насколько дипломатично я осветил этот вопрос, потому что не освещать я его не мог, но я надеюсь, что все абсолютно понятно. И уже с начала 2020 года, да что говорить, 2020 года, даже в декабре я говорил о будущей нестабильности, основываясь на обложке The Economist, и вы видите здесь вот recession,
прослеживается в этом ребусе из букв, то есть рецессия. И еще вообще в ноябре очень серьезный сектор инвестиционный, непосредственно, если говорить про инвесторов, которые обладают активами от миллиона долларов, то есть где-то 3,5 тысячи респондентов было опрошено, они видели огромные опасения ввиду торговых войн, ввиду геополитической ситуации и так далее и тому подобное. И это на самом деле проводил очень серьезный швейцарский банк UBS Wealth Management. И это заставляло задуматься. Это еще было до ситуации по коронавирусу и так далее и тому подобное. К этому мы тоже вернемся. И многие ждали падения. Такой аномальный, очень серьезный рост был фондового рынка в 2019-2018 году. И сейчас наступил самый большой индекс страха, показатель именно ВИКС, который можно считать с 2015 года. То есть то, что произошло в 2014 году, вы прекрасно помните. 2008-2009 год вы также помните. Об этом я неоднократно говорил, и что мне и приятно, и неприятно, то, что было предположено, и то, что было озвучено неоднократно на вебинаре, это сейчас сбывается. То есть фондовый рынок летит в тартарары, и очень серьезно опустился один из основных индексов американской, да и вообще мировой экономики. Dow Jones и индекс 100 компаний NASDAQ. Dow Jones, вы видите, с 19 февраля он упал больше, чем на 12%. То есть для крипты это нормально, это обычная волатильность. И для меня, как для в том числе криптоэнтузиаста, ну, это, наверное, некий такой иммунитет и некое понимание, что может произойти на рынке для традиционных консервативных инвесторов. Это огромная паника, фиксация сделок, выход в кэш, в наличные деньги и далее продолжение этого падения. И индекс NASDAQ 100 компаний чуть меньше опустился с 19 февраля на 11%. Но это все равно неимоверно много. И что вот эти вот как раз относительно крупные инвесторы вообще говорили, куда они инвестировали бы в логике экономической неопределенности. То есть самыми важными проблемами они считают загрязнение воды, окружающей среды вообще в целом, антисанитарию. И это все вызывает огромный интерес к долгосрочному вложению в сектора, связанные с экологией. И как раз вот сектор, связанный с экологией, что ни на есть, это то направление, в которое мы с вами инвестируем. И я могу сказать, что сейчас как раз-таки время говорить даже об информации о том направлении, которое мы развиваем, серьезным институциональным инвесторам российским, это от 6 миллионов начинается квалифицированный инвестор, потому что российские рынки тоже очень сильно летят, а акции российских компаний тоже очень сильно летят. И это было еще вообще вот предположение до объявления коронавируса. И сейчас это уже можно назвать черным февралем. То есть это не просто черный понедельник, когда я готовился к вебинару, набрасывал тезис, то есть за эти 2 недели постоянно я формирую этот вебинар как некое такое информационное шоу, чтобы была мотивация, конечно же, на нем присутствовать, помимо того, что происходит замечательное освещение, кстати, изменился стиль подачи,
видеография и вообще motion дизайн в новостях от Дарьи в SWC. Я рекомендую всем посмотреть, и все переведено на английский, на немецкий, на русский, я думаю, что на дальнейшие языки. И давать некий свой анализ, свое видение. И мое видение говорит о том, что вот то, что считалось, казалось бы, тихой гаванью, полетело вниз. Посмотрите на эти красные значения великих компаний. То есть Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Apple и другие компании. Если посмотреть на сектор здравоохранения, тоже они в минусе. Несмотря на то, что говорят, что сейчас биотех, биофармакомпании, они растут, и в этом плане я могу сказать то, что это временные тенденции, как было с сектором, сейчас об этом уже всем абсолютно очевидно, инвесторам, сектором каннабиса. То есть, это когда была легализация в Канаде, в США частичная, в 2018-2019 году, в 2017 даже частично. Да, кто знал, кто инвестировал в эту сферу, я бы сказал, что это с точки зрения именно этичности, наверное, бизнеса, не самая этичная сфера инвестиций. Но инвесторам часто без разницы, эта сфера росла. И сейчас на основе вспышки коронавируса также ожидает, что биофарма будет расти. Но это будет такой же скачок, который абсолютно внезапно закончится. И те компании, которые выросли на основе производства оборудования, масок и на основе каких-то исследований по поиску вакцины, они уже выросли. Сейчас в них достаточно рисково входить. И это очень волатильный рынок, это очень опасный рынок. Инвесторы как раз-таки сейчас ищут тихую гавань, в том числе в венчурных инвестициях. И вот респонденты, те 3,5 тысячи людей, они подтверждают, что одни из тихих гаваней являются сектора, которые связаны с экологией. А у нас также это связано с созданием, с финансированием, в нашем случае с SWC, отрасли вообще с нуля. То есть это инвестиция в то направление, которое может стать спасением и в логистике в том числе. Потому что в Китае произошел логистический коллапс из-за вируса. Все порты стали. И все морские перевозки также встали. И логистика автомобильных перевозок также встала, потому что все завязано на человеке. И сейчас мир понимает, что с подобными прецедентами необходимо автоматизировать транспортную инфраструктуру и вообще всю логистику и исключить максимально человека, роботизировать. А та сфера, куда мы финансируем, это как раз-таки транспортные андроиды, транспортные роботы, как я их называю. И это создание уникальной, унифицированной роботизации, роботизированные как инфраструктуры, так и экономики на системе блокчейн. И представьте, если в Китае сейчас были бы автоматизированные комплексы морских портов. И это было бы вообще очень серьезное решение, потому что, ну, частичная правда, потому что автоматизировать нужно было и автомобильные перевозки, и Китай бы не страдал бы от недостатка, дефицита продуктов, которые сейчас простаивают в контейнерах и не доходят до своего потребителя, а просто портятся. Всю транспортную инфраструктуру, всю логистику необходимо автоматизировать. Сейчас уже никого этим не удивишь из-за той ситуации, которая произошла со всем миром. И это началось в Китае, продолжается, к сожалению, во всем мире. И я могу сказать, что не будет какого-то проблеска, потому что геополитика, торговые войны,
И сейчас распространение подобной ситуации влияет на экономику, влияет на финансовые рынки, и нужно задумываться, а что же является тем самым ковчегом? Ковчегом являются те отрасли, те области, которые создаются с нуля и необходимы сегодня человечеству экономике. Это как раз-таки та отрасль, которую мы с вами финансируем все вместе. Это спасение экологии. И Джефф Безос создал свой фонд по спасению планеты. Я об этом говорил в прошлом вебинаре. Это создание совершенно новой, несуществующей доселе транспортной инфраструктуры. И это решение фактически всех транспортных и инфраструктурных задач, которые на сегодняшний день не могут быть решены по какой-то причине. И поэтому, как только уже будет институциональному инвестору понятно, что да, коммерческие проекты уже запускаются, хлынет огромный поток денег, на мой взгляд, и это невозможно спрогнозировать, это можно только предполагать на основе того, что то, что создает генеральный конструктор и вся команда головной компании, это то направление, которое жизненно необходимо всему миру. Ну а если говорить про направление планетарного масштаба, про космическую индустрию, то, что будем мы с вами развивать, я надеюсь, далее, через несколько лет, об этом вообще никаких вопросов не будет. И тут уже закладывается та логика, которую мы поставили перед собой. Я непосредственно это дело начал педалировать, чувствуя именно как тренд онлайн-образования. И вот представьте, насколько вовремя вообще вот сейчас что мы задумывались над онлайн-образованием, а многие азиаты, многие иностранцы сейчас будут как раз-таки сидеть дома и обучаться, квалифицироваться, потому что работать нужно, и деньги также не пропадают ниоткуда с банковских счетов. Вот поэтому это огромная возможность сегодня обретать новый потенциал аудитории для нас с вами всех вместе взятых. И этой аудитории нужно будет получить новые навыки. В этой логике работает сейчас провайдер в сфере онлайн-образования. И сейчас мы уже мельчайших подробностей моментов согласуем договор по ее обязательствам, и сейчас уже работа вовсю ведется. Будет выделен отдельный аккаунт пока что на внешней площадке по образовательной части, и там будут выкладываться актуальные и востребованные на рынке курсы. Какие это система продаж, я могу сказать уже точно. Это будет один из тех тренеров, который своим опытом доказал, что компании, которые через его систему могут обучиться продажам, могут выводить свои бизнесы на публичное размещение, и причем неоднократно. И это только российский пример. Он тренировал еще иностранные компании. Он будет представлен уже точно онлайн и вживую. Также, я думаю, виртуально вначале будет тренировать также, потому что мы также учитываем ситуацию с коронавирусом. И на данный момент мы сдвигаем на неопределенный срок проведение бизнес-форума. То есть эта концепция, она уже начала готовиться именно с точки зрения создания стратегии, как мы придем к результату и воплощению этой стратегии. И поэтому мы будем проводить такие масштабные онлайн-бизнес-марафоны, что нисколько не хуже, чем бизнес-форум. И как раз-таки на этой площадке, на этих результатах можно было уже непосредственно приглашать аудиторию на локальные офлайн-бизнес-форумы, так как они будут все в курсе, насколько мощная информация была на онлайн-бизнес-марафонах. И также я могу сообщить, что сейчас вы видели, что и Максим Исып будет в качестве доверенного лица от лично создателя технологии, той, которую мы финансируем, представлен в логике РСВ.
Он будет вести различные встречи, но что очень приятно, мы будем именно партнерскими фондами и будем двигаться сообща, создавая уже такой мощный синергетический объединенный продукт. Когда и произойдет объединение, и будет ли это объединение, одному Богу известно, но то, что это будет синергия, обмен опытом, обмен мнениями, деление как-то рынка, потому что сейчас нам нужно очень быстро занимать рынок. Я думаю, что те люди, которые присутствовали на закрытой встрече по массированному привлечению нового трафика, новой аудитории, понимают, о чем я говорю. То есть уже будут конкретные люди, не тест с направлением рекламы и конкретных контактов с имейлами, с телефонами, от привлечения через работающую рекламу на тех лидеров, которые действительно могут это делать. Сейчас во всех CRM-системах заканчивается подготовка аккаунтов, и мы не можем кого-то ждать, что кто-то захочет это делать, кто-то это не захочет. Будут делать тот, кто желает, и будут получать максимум трафика. Я не исключаю того, что у них не останется вообще даже времени работать со своей партнерской сетью, потому что трафика планируется очень много. Вот такой вот взгляд, такие новости, такие дальнейшие планы развития SWC. Я буду потихоньку сокращать время наших вебинаров и говорить только по существу. По традиции напишите от 1 до 10, как вам информация по разрезу и того, что происходит внутри СВЦ и того направления, которое финансируем, и за его пределами. И подумайте, в каком мире сегодня мы живем. Расскажите другим, какой выход может быть из тех ситуаций, финансовых, сложных ситуаций, которые могут ожидать абсолютно каждого. Потому что когда падает фондовый рынок, страдают не только крупные инвесторы, не только биржи, страдает обычный потребитель, потому что цена потребительской корзины, обычные продукты, обычная техника растет в цене. Это вы видите сейчас на территории Российской Федерации в изменении курса валютной пары доллар и рубль, и то ли еще будет. Но мы развиваем правильное направление, и поэтому я неимоверно счастлив, что мы выбрали, кто 5 лет назад, кто 3 года назад, именно тот вектор и увидели именно тот маяк, по курсу которого, по маршруту которого можно двигаться. Благодарю за внимание. С вами Алексей Суходоев. Ну а сейчас я готов ответить на небольшие вопросы и буду завершать. Так, вот Ирина, Нижний Новгород, спрашивает, почему было сказано. Было сказано, потому что были определенные вещи продекларированы головной компанией. Это новость головной компании, и ничего сверх не было сказано. Поэтому я считаю абсолютно дипломатичным говорить об этой новости. Тем более это ни для кого не секрет, что РСВ прекратила сотрудничество с нами. Так, коллеги, еще вопросы, друзья? Экспо будет, ясна судьба Skyway. Виктор с удовольствием бы ответил на этот вопрос. И я очень сильно надеюсь, что будет вообще экспо в том виде, в котором она планируется. Потому что многие выставки сейчас отменяются. Крупнейшие выставки европейские были отменены еще 1,5 месяца назад. Если будет экспо, конечно же, в роли, о которой скажет головная компания, уже будет присутствие той технологии, которую мы развиваем. Но не исключено, что основные события будут разворачиваться на территории инновационного центра, потому что там как раз-таки есть то, что посмотреть. И я думаю, что никто не хочет, чтобы его инвестиции направлялись на создание какого-то гиперстенда, который могут себе позволить Siemens
а лучше закончить, либо довести до определенного этапа уже вторую фазу строительства инновационного центра. Ответил на вопрос Виктор? Когда будут заключены договоры по адресным проектам, Игорь спрашивает. Очень скоро, как сказал генеральный конструктор, уже будут начаты работы по адресным проектам. Когда эта информация не разглашается, и так говорится очень много, показывается очень много. И я могу сказать, что, наверное, головная компания – это одна из тех вообще компаний, прецедентов, рекордсмен по открытости, несмотря на режим тишины, который сейчас соблюдается. Просто мы привыкли на распашку все показывать, но подобные действия недопустимы. Да, показывались в Индии как-то, и подобных ошибок мы не будем повторять. Так, еще вопросы, коллеги? Когда будем активно проводить конференцию на Урале? Это, кстати, относится ко всем регионам России. Вот как раз-таки с трафиком. Но с трафиком мы будем работать, честно признаюсь, на иностранный рынок. То есть тут чисто пропорция вложения, привлечения инвестиций. Естественно, иностранный рынок сейчас генерирует больше, но у российского рынка огромный потенциал. И, пожалуйста, используйте правильно то образовательное направление, которое сейчас формируется и будет запущено. Потому что это тот дополнительный ценный продукт, который сейчас за деньги люди приобретают, а его можно будет приобретать в качестве обычных долей. То есть какая-то будет система, комбинированный пакет, либо за одну сумму открывается один доступ к онлайн-площадке образовательной, за другую инвестицию другой. Это уже решим чуть позже. То есть конференции будут, когда будет собрана лояльная, не пассивная, активная аудитория. И даже если на конференции сейчас мы будем привлекать холодные контакты, то кто эти холодные контакты будет обрабатывать? Потому что сейчас, когда мы будем привлекать трафик, огромное значение мы будем уделять тому, какой цикл сделки, чтобы с людьми работали максимально быстро и максимально быстро реагировали на заявку. Иначе, конечно же, люди разочаровываются и уходят, и когда к ним возвращаешься, они уже и не желают общаться. Сколько будет подэтапов? Неизвестно. Но честно признаюсь, что в январские праздники было затормаживание. Это логично, это понятно и ни для кого не секрет. Сейчас будем наращивать рост. Только вперед, друзья. Только быстрее, выше, сильнее. У нас нет времени отступать. И мы сделали свой выбор. Нужно нести ответственность за инвестиции, делать все возможное каждому из нас с вами, чтобы проект реализовался в максимально кратчайшие сроки в том коммерческом применении, в котором мы ожидаем. Так, крайний вопрос. Абдуль Рахим. Аль-Нимер Абдуль Хаким Касем. Максим Исып ушел из Свига или как будет возглавлять РСВ? Но если он доверенный человек генерального конструктора в РСВ, то я думаю, что вопрос по его сотрудничеству со Свигом, с НЭМИ решен. И тут это достаточно удивительный для меня вопрос, я бы сказал. То есть, если он работает в РСВ, значит, он не сотрудничает со СВИК. Ответ очень прост. Более подробно о британской компании. Британская компания, повторюсь, Петр Владимирович, уточните, пожалуйста, это то, что в новостях и то, что использованы материалы визуализации, верно? Если про эту британскую компанию не имеет никакого отношения к компании, которую мы с вами финансируем. Это абсолютно два разных направления. И вы понимаете, что маркетинг свой у арабских лидеров, у них свои масс-медиа, и никто им не запрещает заключать соглашения с другими инновационными компаниями.
но никто не отменяет сотрудничество с нами. И вы видите, кто на самом деле строит и реализует уже сейчас на территории Арабских Эмиратов. Так что нет никакой связи, официальное заявление по поводу ответов, почему материалы были использованы и так далее, это может давать только головная компания. Ответил на вопрос Петр? Ну все, коллеги, вопросы на этом завершим. Благодарю за внимание. Всем счастливо. И не отступать, не сдаваться, только вперед. Вот что нам, не то, что остается, а мы это выбрали, это наше призвание, это наша миссия, развить то дело до победного. Всем счастливо, с вами Алексей Суходоев. До скорых встреч через 2 недели. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новости из SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами вместе с генеральным конструктором всего нашего проекта Анатолием Эдуардовичем Юницким в его новом офисе в Дубае. Здравствуйте, Анатолий Эдуардович! Добрый день! Хочу сразу вас поправить, Михаил. Я в данном случае не генеральный конструктор, я бизнесмен, предприниматель сейчас здесь. И вы в офисе предпринимателя находитесь, а не генеральный конструктор. Возможно, поэтому мы не видим бумаг на вашем столе. Да, я могу даже пример привести. А у Трампа и у Путина много бумаг на столе. Они странами управляют. А у нас все-таки бизнес попроще. Поэтому зачем мне бумаги на столе? Ну да, абсолютно понятно. Вот этого офиса не было, а сейчас он появился. Может быть, расскажете, на какой улице он расположен? Может быть, он имеет какое-то символическое значение? Вообще у меня в жизни много символов. Даже то, что Юницкий Анатолий Эдуардович, сокращенно ЮАЭ на английском, это Объединенные Арабские Эмираты. Да? Ну, такое совпадение. Так и здесь, ну, во-первых, наш офис находится в Дубае на улице Заеда. Это основатель Эмиратов. Дом номер один. И этаж интересный, 34-й этаж. Почему для меня и тоже есть некая символика. SkyWay я, собственно, начинал, тогда даже не знал такого слова, SkyWay, да? В Джасказгане, ну, там три города входят, Джасказган и Сатпаев, это город-спутник Джасказгана. Я жил и делал свои первые ракеты школьникам в квартире номер 34. И, собственно, да, вот, и оттуда я вырос уже и в генерального конструктора, и в бизнесмена, и вот по стечению обстоятельств этаж 34-й. Это уже не квартира, а целый этаж. Мы с вами ровно год назад были в инновационном центре SkyWay в Шардже. А что изменилось за этот год? Как генеральный конструктор вы нам много рассказывали. Может быть, сейчас расскажете что-нибудь как бизнесмен? Да, вот мы тогда ходили, я помню, по песку, и я рассказывал, что будет построено. Сейчас уже там не только песок. Уже мы заканчиваем первую фазу, где первая линия, скоро мы ее введем в строй. И проедем, в том числе, делегации, которые будут принимать эту первую линию. Будет скоро полностью введен в строй гостевой дом. Не надо думать, что это простой объект. Он, во-первых, очень большой, 30 на 30 метров. Это почти 1000 квадратных метров. Садом внутри, садом на крыше. Спасибо большое. А мы когда пришли сюда, в офис, мы видели, что у вас проходило совещание с очень международным составом. Вы не расскажете, с ним поделитесь, о чем шла речь? Какие деловые вопросы вы решали? Ну, здесь работают не только белорусы, хотя у нас в Беларуси тоже не только белорусы работают. Компании там больше 10 стран работают у нас.
А здесь еще больше, где-то около 20 стран. Инженеры, экономисты, там, бухгалтера, рабочие. У нас такая интернациональная команда, которая насчитывает уже много десятков человек. Это тоже пришлось создавать с нуля. У нас здесь сейчас две компании, но это не технологические, а сейчас мы под бизнес тоже уже создаем ряд компаний, в том числе свою строительную компанию. Когда у нас будет свой подрядчик, когда уже здесь будут обученные кадры и когда скоро уже пойдут проекты, ну там мы будем строить достаточно быстро. Насколько я знаю, на днях у нас в инновационном центре Skyway в Шардже побывала группа студентов Американского университета, несколько десятков человек. Как я понимаю, именно это есть кадровый ресурс Skyway в Объединенных Арабских Эмиратах? Да, да, безусловно. И много кадров выпускает этот университет, Американский университет в Шардже, в том числе для Эмиратов. Шарджа – это один из Эмиратов, да? А центральное правительство находится в Абу-Даби. Так вот, 6 министров, центральных министров, да, они выпускники вот этого университета. Это кузница кадров. Мы строим там тестовые участки, мы будем показывать, как работает система, мы будем ее сертифицировать, мы ее будем демонстрировать, мы будем ее совершенствовать в логике 100 лет или 200 лет, пока этот бизнес существует, да. И там же будем обучать кадры, и будет или факультет, или институт отдельный Skyway. Потому что у нас много специфических работ и инженерных, и конструкторских, и строительных, и в сфере эксплуатации. Потому что мы все-таки не железная дорога, и не автомобильный транспорт, и не авиация, и не трамвай. У нас есть специфика. Насколько я понял, по крайней мере, одна из тех линий, которые пока тестовые, мы строим в инновационном центре, впоследствии могут использоваться для перевозки студентов на территории студенческого городка. Так ли это? Для того, чтобы возить студентов, мы тоже рассматриваем вариант построить отдельную дорогу. И фактически это инновационный центр может стать просто как корпус университета. Одно занятие может быть на той территории, сел на наш юнибус Юнюкар, и через пару минут ты попал на другую площадку, где другой корпус университета. И можно уже прослушать курс лекций, провести занятия по Skyway и увидеть, как он работает. Не в кино, не на картинках, а наяву. И это более эффективное обучение. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, вливайтесь в него, в самый безопасный транспортный проект в мире. Строй Skyway! Спасай планету!